Привет, я журналист Алексей Мацука, это мой блог на телеканале «Дом» о том, как дела у меня дома в Донецке, где я много лет работал журналистом, а сейчас в редакции «Дома» мы внимательно следим за всем, что происходит на Донбассе. Среди жителей отдельных районов нашего Донбасса есть те, кто уже давно не выезжал на территорию большой Украины, так сказать, а тем временем в их паспортах нет актуального фото, которое нужно вклеивать 25 и 45 лет. Я слышал, что многие просто боятся ехать с недействительными паспортами через украинские КПВВ. Но наши украинские правозащитники, так же как и миграционная служба, уверяют, что проехать можно, но по прибытию на подконтрольную Украине территорию документ необходимо переоформить. Услуга по вклеиванию фотографий бесплатная. Уже год как в стране действует карантин. Его то послабляют, то усиливают в зависимости от того, насколько серьезна ситуация с коронавирусом в том или ином регионе. Разумеется, пандемия внесла свои коррективы в процесс подачи и получения документов, даже таких, как обычный паспорт гражданина Украины. До пандемии коронавируса вклеить фото в паспорт нужно было в течение 30 дней после наступления указанного возраста. Однако на время действия карантина требования по срокам приостановлено. Послушаем, что говорят правозащитники. Это происходит в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы по месту прописки. Если вы забыли вклеить фотографию в период карантина, то вы это можете сделать и после окончания карантина в течение месяца. Законом Украины о внесении изменений в другие законодательные акты предусмотрено, что на период карантина останавливаются все сроки подачи заявлений о предоставлении административных и других услуг. То есть, если нужно было ехать за оформлением украинского документа именно в период карантина, штрафа быть не должно. Если же вы давно живете в Донецке или Луганске с просроченным документом, то есть паспортом гражданина Украины, наверное, сейчас, как и последний год, не самое удачное время для выезда через КПВВ. Если вы не знаете почему, посмотрите мои предыдущие блоги. Я подробно рассказываю о ситуации на пунктах пропуска, а точнее о том, как непросто сегодня пересечь линию соприкосновения из-за ограничений, которые ввели самопровозглашенные власти ЛДНР. Я напомню, что с декабря прошлого года действует новый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе. А именно, человек с неподконтрольной Украине территории может пересечь КПВВ с испорченным, просроченным паспортом или даже вообще без него. И такие случаи известны. Если у вас нет вообще никаких документов, вас действительно, скорее всего, заберут в отделение полиции, чтобы установить вашу личность. Это обычная процедура. В основном с такой проблемой сталкиваются люди, которых освободили из тюрем в Ордло, или это могут быть несовершеннолетние, чьи родители не хотят выезжать, а больше у детей, собственно, нет законных представителей. Попав на подконтрольную Украине территорию, вы должны обратиться в территориальный орган Государственной миграционной службы, где возьмут у вас документы и будут вклеивать фотографию. Вместо этого вам дадут справку, с которой вы сможете пересечь границу разграничения, вернуться обратно, если у вас не будет возможности побыть несколько дней на подконтрольной Украине территории. Если же паспорт был оформлен не своевременно, этот документ считается недействительным. Поэтому человек не имеет права оформлять любые другие документы и не сможет устроиться на работу. Также гражданину придется заплатить штраф, сумма зависит от продолжительности срока, когда паспорт недействителен. Если вы оформляли свой паспорт в форме книжечки образца 1994 года в том территориальном подразделении, которое уже сейчас не действует или находится на неподконтрольной территории, то кроме вышеперечисленных документов вам нужно еще взять и другие документы, которые будут подтверждать вашу личность. Это, например, водительские права, загранпаспорт или свидетельство о рождении. Кстати, если житель Ордло вообще потерял паспорт гражданина Украины, но хочет выехать, чтобы восстановить его, электронный пропуск для пересечения линии разграничения можно оформить на загранпаспорт и проезжать КПВВ по нему. О всех новшествах, изменениях и новациях, которые касаются пересечения линии соприкосновения, ищите больше на сайте телеканала «Дом», а также в наших социальных сетях
Ничего не пропускайте, будьте в курсе и пишите нам. Ни одно ваше письмо или реплика не останутся без нашего внимания. До свидания.